Здравствуйте, с вами канал sssrgun.ru. И сегодня у нас на обзоре охолощенный пистолет ТТСХ с автоматикой от завода Молот Армс. Пистолет поставляется в удобном чехле для переноски. Также в комплекте содержится паспорт. Стреляет данная модель холостыми патронами калибра 10x31. Данный пистолет изготовлен из боевого пистолета ТТ. На нем стоит заводское клеймо года выпуска, а именно 1946 год. Внешне этот пистолет выглядит как боевой. Надпись «Охолощен» находится на стволе, и ее видно только тогда, когда пистолет находится на затворной задержке. Во время выстрела из ствола выходит огонь. Звук выстрела оглушающий, поскольку мощность холостых патронов, которыми стреляет этот пистолет, примерно в 5 раз больше, чем у боевого ТТ. Сборка и разборка этого пистолета аналогична боевому. Единственное отличие заключается в том, что нету возможности извлечь ствол из затвора. В стволе установлены специальные штифты, которые предотвращают проход через него твердых предметов. Также проделан ряд других менее заметных переделок. Все это сделано для того, чтобы из пистолета нельзя было стрелять боевыми патронами. В магазин вмещается до 8 патронов. Сперва необходимо передернуть затвор. Ну а дальше вы можете опустошить весь магазин в полуавтоматическом режиме. Корпус изготовлен из качественной оружейной стали. Пистолет будет хорош не только для самообороны и развлекательной стрельбы, но и как реквизит для киносъемок и театральных постановок. Приобрести ТТСХ вы можете на нашем сайте sssrgun.ru. Ссылка в описании к видео. На этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!